Группа Б. Первое задание. 1А. В течение 6 минут установить трехповторный максимум в приседании со штангой на груди. 2 минуты отдыха. 1Б. Выполнить максимум повторений в течение 6 минут. 30 двойных прыжков через скакалку, 20 приседаний с гири, весом мужчины 24 кг, женщины 16 кг, у груди. 10 подтягиваний до подбородка. Приседания со штангой на груди. Штанга поднимается со стоек или пола в исходное положение на груди любым доступным способом. При выполнении приседаний необходимо в нижней точке опускаться в полный сед, при котором ось тазобедренных суставов ниже оси коленных суставов. В верхней точке необходимо полностью распрямляться в тазу и коленях. Если подъем с пола осуществляется в сед, такое движение засчитывается как одно повторение. Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. Не засчитывается движение, при котором верхние точки коленей не распрямляются. Не засчитывается движение, при котором верхние точки таз не распрямляется. Двойные прыжки через скакалку. При выполнении двойных прыжков за один прыжок скакалка должна совершить 2 оборота под ногами. Не засчитывается движение, при котором скакалка не совершает 2 оборота за один прыжок. Приседание с гири у груди. Гири поднимается с пола в исходное положение у груди любым доступным способом. При выполнении приседаний необходимо в нижней точке опускаться в полный сед, при котором ось тазобедренных суставов ниже оси коленных суставов. В верхней точке необходимо полностью распрямляться в тазу и коленях. Если подъем с пола осуществляется в сед, такое движение засчитывается как одно повторение. Допускается удержание гири ручкой вверх или вниз, а также касание гири груди. Касаться локтями или гири бедер в нижней точке приседа запрещено. Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. Подтягивание до подбородка. В исходном положении атлет должен выполнить вис на перекладине на полностью распрямленных в локтях и плечах руках. В конечном положении подбородок атлета должен быть выше перекладины. Допускается выполнение подтягиваний строгим стилем, киппингом, баттерфляем. Допускается спрыгивать с турника после достижения верхней точки движения. Не засчитывается движение, при котором в положении виса на турнике атлет не распрямлен в локтях или плечах.